Апатичанин стал жертвой мошенников. Мужчина 43 лет хотел избавиться от заикания. И для этого обратился не к медицинским специалистам, а к целительнице в социальной сети. В переписке она пообещала избавить от дефекта речи. Потом потерпевшему позвонила якобы внучка престарелой врачевательницы и попросила перевести деньги – 4,5 тысячи рублей – на свечи для проведения обряда. После того, как денежные средства были перевели, злоумышленники повторно связались с потерпевшим и сообщили ему о том, что ему нужно временно перевести им 149 тысяч рублей для того, чтобы они не на большое время, а именно 15 минут положили эти денежные средства в молельную книгу, и тогда эффект от молитвы будет многократно усилиться. Мужчина перевел указанную сумму, после чего мошенники перестали выходить на связь. Страница целительницы оказалась заблокированной. Заикание не исчезло. Денежные средства потерпевшему никто не вернул. Возбуждено уголовное дело.